Нет, 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 Лёнь, пожалуйста, не делай этого, я тебе прошу, Лёнь, ты не вздумай, не нажимай на этот рычаг. Поехали! Пожалуйста, Лёнь, 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 Лёнь! Получилось! Да вообще лайфхаков не осталось, я уже не знаю, что показывать. Что вы смотрите, носатые, а? Да уж, пойду я, наверное. Неинтересно тут с тобой. Ну идите отсюда, давайте, если вам не интересно. Лёнь, иди сюда, у меня к тебе просьба одна. Мне нужно пока ноутбук закрыть. Лёнь! А, что-то я не понял, а где Лёня-то? Лёня? Вот это да. Лёня, ты что там такое сделал? Это ещё что за колесо из рельс? Так, Лёнь, подожди секунду, я включу запись, и мы снимем этот лайфхак интересный. Это ж капец круто, это ж можно кататься на этом... Не понял. Лёнь, а ты, тут только что лайфхак был, ну, с рельсами, как бы это, ну, да? Да, какой? Ну как какой, Лёнь, я же видел это только что, ну, тут рельсы были колесом. Ты ничего не видел. Лёнь, так у меня все записано на видео. Смотри. Да не буду я это стирать, Лёнь, ты офигел, что ли? Хорошо, что я запись начал вовремя. Лёнь, покажи, пожалуйста, я реально хочу увидеть этот лайфхак. О, Лёнь, ты начал делать этот лайфхак, да? В смысле нет, Лёнь, а что ты собрался здесь делать? Лёнь, ты чё... Лёнь! 35 тысяч. Что значит 35 тысяч? Лёнь, вылазь оттуда, давай скорей! Я понял, ребята, это нужно поставить 35 тысяч лайков, чтобы Лёня показал нам этот классный лайфхак. Эй, Лёнь, а... Слушай, у меня есть идея, давай за мной. 5 минут спустя. Да-да-да, Леонид Андреевич, и тыкву не забудь скинуть, потому что сейчас будет что-то невероятное, ребят, вы просто не представляете. Для начала мне нужно сделать как бы обычного голема. Вы же знаете, как он делается. Обычный, просто типичный голем. Лёнь, тыкву давай. На. Лёнь, ты дурак? Да, о, нет, да, нет, да, нет, в смысле... Да, короче, не знаю. Лёнь, ты меня реально достал уже. Нафига мне банан, а тыкву мне скинь? Может, она в деревне где-то есть. Ребят, надеюсь, вы уже поставили 35 тысяч лайков, потому что, Лёня, ты должен нам показать тот самый лайфхак. Вот тыква, вот, 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 держи. Да, это, конечно, Лёнь, ты даешь. Ты что, не знаешь, как голем в Майнкрафте делается? Знаю, конечно. Я просто не понял, почему не сработало. Ну да, действительно, почему же не сработало? Ладно, я пока что заберу тыкву. Лёнь, правильно ты делаешь, что помещаешь его в стекло. Рядом нам нужно сделать вторую такую же тару. И смотрите, что мы сейчас сделаем. Первым делом мы, конечно, заспавним голема. О, посмотрите, красавчик какой. Драться не будешь? Буду, если ударишь. Да ладно, тебе один раз, если... Ты чё, зараза? Ну все, 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 не надо на меня тут. Так, Лёня, правильно, что ты сюда посадил зомбака. Дальше нам нужно сделать кое-что интересное. Только зомби нам нужен не обычный, а зомби-житель. Теперь нужно поставить 2 поршня. Это будет просто гениально. Давайте договоримся, если сработает, то вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Потому что таких лайфхаков вы еще нигде не видели. И как только он сработает, то вы, когда на канал подпишетесь, будете видеть еще больше таких лайфхаков. Ладно, почти готово. Все, осталось просто нажать на рычаг, и все должно заработать, да, Лёня? Стоп! Что? Мы же им кое-что не рассказали. Секретный ингредиент, поэтому повернись туда. Ладно, давай повернусь, а вы пока что ставьте лайк и нажимай. Только благодаря лайкам вы узнаете, что за секретный ингредиент сзади меня. Раз, два, три! Ё-моё, ничего себе! Лёнь, сработало, сработало. В смысле, реально? Офигеть, ребята, смотрите. Я боюсь этого голема. Да ладно тебе, чего бояться-то? Давайте мы его выпустим, надеюсь, он с нами драться не будет. Эй, привет. Здравствуйте. О, ничего себе у тебя голос. Лёнь, зачем ты? А, он меня бьет. За что? Действительно, за что он тебя бьет? Леонид Андреевич был убит големом. Обалдеть, вы посмотрите. Да он же просто почти без мозгов. Ну да, он же зомби просто. Ребятушки, это просто офигеть. Он настоящий, он получился. Лёнь. Я слежу за тобой, зараза. Нет, нет, Лёнь, не делай этого, пожалуйста. Да тебе не надо, я тебя прошу. Если ты его убьешь, то все, у нас второй такой уже не получится. Точно? Тогда все, ему хана. В смысле, ты зараза такая. В общем-то, мне понадобится ведро воды и... Ну, пожи! Отпусти меня, пожи! Я принесу, что надо! Так, Лёня где-то там это кричит. Я не буду никого убивать больше!
А, убивать никого не будешь? Точно? Да, 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 да. Так, ну, Лень, я подумаю, спускать ли тебя с этого дерева или нет. Пока что, ну, все зрители против того, чтобы я тебя спускал. Ты нашего голема убил, поэтому пока будь здесь. Ну, пожалуйста, я даже буквы все покажу. Вот пока половина букв, остальное покажу, когда спустишь. А, буквы? Блин, ребят, если вы хотите решить этот ребус, но только здесь букв не хватает. Ладно, Лень, сейчас я тебя спущу. 5 минут спустя. Владус, ну не так же, а? Ну нормально, спусти меня. Ну, ёк-покорёк, выкопай меня. Лень, ну сам просил спустить, я тебя и спустил. Ну ладно, стоп, пожалуйста. Ладно, сейчас, подожди, Лень. Еще 5 минут спустя. Ладно, вот вам все буквы. Давай, Лень, пока мы разгадываем этот ребус, сходи за тем самым ингредиентом, который мне нужен для этого лайфхака с водой. А вы, ребята, разгадайте этот ребус в комментариях. Напишите, какое слово у вас получилось разгадать за счет этого ребуса. Прямо сейчас в комментарии напишите. Я уверен, что догадаться смогут только самые-самые умные мои подписчики. Дам одну подсказку, это слово из Майнкрафта. Лень, ты чё сундук-то принёс? Вот. Ты дофига в воду тобою закрыл сундуком. Извини, вот. Да. Лень, ты меня реально достал. Она должна быть здесь, в одном блоке. Ты принёс, нет? Да, 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 я сам. Ну, давай, забирай. А, сейчас, секунду. Ну все, бросай, Лень. Владус, может, не надо? Ну как не надо? Иначе лайфхак не получится. Давай, смотри, трёхочковый тогда бросаю. Неплохо. Лень, ты вот дурак, нет? А на себя-то обязательно нужно было? Ты... Арбузер! Да, Лень, ты отстань! Извини. Леонид Андреевич был убит Владусом. Ну, в общем-то, вода уже должна быть отравлена. Осталось только немножечко подождать. 5 минут спустя. На, сам делай! Я обиделся. Ладно, попробую сам бросить зельку. На счет 3. 1, 2, 3! Тихо! Сработало. Ребят, смотрите, сработало! Чего? Чего, чего, Лень, смотри, вода исчезла, но не только исчезла. Как? Обычно, Лень, сейчас смотри, я еще раз помещу эту воду вот сюда. Возьмем один блок и заставим это все. Лень, теперь держи ведро. Постарайся успеть поймать воду, как только я кину последнюю зельку, понял? Ага, ага. Давай, 1. А я ловлю, Владус. 2, 3, бросаю! Поймал? Кажется, да. Она отравленная? Сейчас понюхаю. Лёнь, не надо! Вы видели, в его руках было зеленое ведро. Значит, вода получилась отравленной. Лёня! Леонид Андреевич выпал из мира. Лёнь, ну иди уже сюда, скорее! Владус! На! Лёнь, что с тобой? Ведро обалденное, вообще башню сносит! На, держи! В смысле, Лёнь, так, все, я понял. Ведро яда. Реально, вода получилась отравленной. Только знаете, в чем прикол? Я еще хочу. Так, Лёнь, иди отсюда уже со своим еще хочу. Мы сейчас попробуем его протестировать. Это не просто отравленное ведро. Это просто машина для убийств. Видали, что она делает? Она просто плавит блоки. Лёня, не надо! Ёлки-матрёшки, все, нашему миру хана. Она сейчас растворит весь наш мир абсолютно. Кажется, это надолго. Штука просто... Прожгла половину мира нам! Ничего себе. Вы что тут устроили? Так, Нашатый, давай не выпендривайся, иди-ка вниз. Лень! Здравия желаю! Ты с ума сошел, Лень? Ты вот это... Все, всякие непонятные штуки ты больше в руки не берешь. А тут опять у тебя голова, кажется, поехала. Тра-та-та-та-та-та. Это вертолет. Леня, сейчас этот меч у тебя знаешь, где окажется? Зараза, ты... В общем-то, осталось чуть-чуть. У меня есть тут специальная рельса. Вы сами сможете прочитать, что с ней не так. Вот, это специальный... Здравия желаю, господин майор. Лень, иди, пожалуйста, вот туда на старт. Вот тебе вагонетка, назад. Ладно, фиг с ним. Короче, вагонетку сам возьмет. В общем, это специальная рельса, которую я скрафтил, но... Ты дурак? Здравия желаю, господин майор. Господи, я же делал это 1 000 000 лет, ты понимаешь, что... Лёня, опять все, вот все пошло не по плану из-за Лёни. 10 минут спустя. Ладно, 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 у меня есть еще куча рельс, которые я сейчас сделаю. Во, взрывные рельсы. Да, это будет уже немножечко покруче. В общем-то, выглядит это максимально страшно. Лёнь! Здравия желаю, я готов ехать по рельсам. Лёнь, ну не на танке же совсем, что ли, убирай танк, Лёнь,
не надо, нет, даже не вздумай. Ладно, я сейчас их постараюсь сделать побольше. Мне интересно, что из этого выйдет. Так, лайк, если тебе тоже интересно. Не прыгай ты по рельсам, это же динамитные рельсы. Давай, иди вагонетку ставь. Есть, сэр. Давай, Лень, начинай, а я буду за этим всем наблюдать. Аккуратно, нет. В принципе, сработало, Лень, мне нравится этот лайфхак. Есть, сэр! Кажется, все, у него проблемы с головой начались. Лень, пойдем за мной, и я тебе кое-что покажу. Есть, сэр! Все, лайфхак почти готов. Лень, ну ты где? Ты... Ну не, ну зачем, ну почему, ну откуда здесь взялся этот деревенский туалет? Сейчас начнется, зараза! Пару секунд, все, выхожу! Ой. Ой-ой-ой, я сейчас уберу. Зараза такая, ну достал он меня уже. В общем-то, Лень, давай тащи зельку. Я надеюсь, ты ее скрафтил. И надеюсь, не там. Все, убрал меч. Лень, ты точно хотел меч убрать? Ну да. Лень, давай мне зельку уже, пожалуйста. И очень, пожалуйста, побыстрее. Осталось бросить эту зельку в этого крипера. Я не знаю, получится или нет. Слышь ты, крипер, готовься. Сейчас, Лень, давай это. Ну, Лень, имей совесть. А, да, извините. Давай на счет три. Раз, два, три. Ё-моё, что с ними происходит, ребята? Если вы лайк поставите, я расскажу, как сделать это зелье. Ой! Да, Леня, вот это тебе и ой, получил. Нет! Как он выбрался оттуда? Что за дела вообще? Если честно, даже не хочется к нему подходить. Поэтому, ребята, давайте так, если вы поставите лайк, вы увидите продолжение серии с лайфхаками. Все зависит только от вас и вашей активности. Господи, он там сзади что-то ходит зачем-то. В общем, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новую серию. Кажется, он меня заметил, мне нужно сваливать. Вот здесь кнопка подписаться, нажмите на нее прямо сейчас. И посмотрите другие видео на канале. Они все тоже находятся здесь. Кликайте, смотрите, я побежал. Пока.